Мечты маленьких пациентов отделения онкологии детской республиканской клинической больницы исполнились. В преддверии Нового года им подарили то, о чем они просили Деда Мороза. Это ноутбуки, смартфоны, планшеты, игрушки, электромобили, велосипеды. Дети получили презенты на празднике. Организовал акцию фонд «Живи и дари жизнь другим» при поддержке предпринимателей. Всего подарки вручили 74 малышам. К данной акции присоединилось большое количество людей. Никто не остался в стороне и равнодушным. Присоединились и общественники, и руководители объектов общественного питания, бьюти-индустрии. Просто неравнодушные и добрые люди.